Здравствуйте, это канал Максимадзе. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. И Angry Birds Season, третий новогодний эпизод. Называется он Winter Wonderham. Собственно говоря, он является третьим новогодним эпизодом. Как я уже говорил, мы порядки праздников будем проходить. Собственно говоря, эпизод очень схож некоторыми вещами с предыдущим этим новогодним эпизодом. И чем, сами поймете. Помимо вот этого яйца, которое здесь тоже появилось, открылось само по себе 31 декабря 2012 года, есть еще вот эти 4 бонусных уровня, которые можно купить за монетки или за звезды. Ну, есть еще 5 уровень с секретом. Я вот, правда, его нажал. И почему-то там, короче, появилось синее яйцо с надписью Intel, но при этом ничего больше не выпало. Короче, видимо, в более старой версии, если нажать на это яйцо, которое вот здесь появится, что-то оно тут нифига не появилось, нас должно было переместить на небольшой набор каких-то бонусных уровней, но что-то здесь он не работает. Очень-очень жаль. Ну ладно. Давайте с самого начала пройдем яйцо, которое нам открылось с самого начала. Наверное, надо, знаете, что сделать? Центр лучше куда-то стрельнуть. Не попал. Немножечко не попал, надо... Кто-то вот сюда лучше выстреливать. О, вот так, да. Чтобы все попадало, да. Но не все идеально получилось, тем не менее. Сдохли не все. О, что это сейчас было? Не знаю, как у нас это получится, но этого свина мы не взорвем. Придется еще раз стрелять. Очень надеюсь, что у каждого из вас сейчас есть новогоднее настроение. И я надеюсь, что никто из вас сейчас не думает о плохом, потому что Новый год — это праздник хорошего настроения, хороших эмоций. И забудьте про все плохое, что сейчас происходит. Думайте только о хорошем. В Новый год хотя бы. В Новый год надо быть счастливыми. Блин, я не понимаю, как мне до этого достать. А, ну вот так. Что-то музычка, кстати, которая играет у этого эпизода, какая-то стрёмная. Первоначальная версия музыки, которая здесь была, она была гораздо прикольнее. А та, что сейчас играет вот здесь, это вообще какая-то стрёмная мелодия, я не понимаю. Ладно, начинаем с первого уровня. Бонусные уровни эти пройдем в конце. Помимо этого яйца, что мы только что прошли, тоже есть еще одно, которое находится... На каком же оно уровне находится? Ну-ка, у меня тут записано... На 18 уровне. Нет, не годится нам такое дело. О,
Вообще, кстати, я хотел 30 декабря вместо вот этого, вместо Angry Birds сделать обзор на один новогодний мод на Hello Neighbor, Hello Christmas называется. Я даже пытался записать видео, но мод оказался очень сложным, я его просто не осилил. Просто я его не осилил и решил весь этот позор не выпускать. Я очень часто там и ГОСТ врубал, чтобы понять хоть что-то, что делать. Короче, я решил в итоге... И там больше часа видео записалось. Короче, я решил не выпускать этот позор. Мод очень сложный оказался. Но атмосферный очень даже. Очень атмосферный. И жаль, что он таким сложным оказался. Я вообще просто не разобрался до конца. Может, как-нибудь после Нового года запишу. Ну, не знаю, в общем, посмотрим. Но сегодня лучше вон поиграем в то, что тоже новогоднюю атмосферу придает. О! Вот это вот пятый... А, нет, это четвертый. Причем, заметьте, вот здесь вот Харбин Сити написано. И вот этот, наверное, замок, который на фоне, видимо, означает то, что тут как раз написано. Да блин, какой отстой, а? Пробьет ли он так или нет? Ну не очень. Но надеюсь, все равно справимся. Хотя что-то вряд ли, она скорее всего так не рухнет. Нет, надо все-таки было там его запускать. Блин, чуть-чуть выше надо было. Кстати говоря, есть вот такие вот квестики, за которые нам полагают награды. Это всякие иконочки и монетки, собственно. Я вообще-то хотел выйти. Так, в общем, смотрим дальше. Вот это пятый уровень, в котором должно было появиться вот это вот синее яйцо. Оно появилось, когда я первый раз нажал за кадром. Но потом больше не появлялось. И что с этим яйцом делать, вообще не имею никакого понятия. Может, надо уровень пройти сначала? Сейчас посмотрим, может быть, надо уровень пройти. Отлично. Нет, уровень... Нет, все равно нам ничего не дало. Яйцо интеловское это не появилось. Оно реально как бы высветилось, что я его типа получил, когда я на уровень нажал. Но так мы не получаем это яйцо почему-то. Хотя я помню играл, и даже видел на ютубе, что там действительно нажимаешь на это яйцо в меню, и мы попадаем в набор уровней. Сейчас что-то этого нет. А Intel это, видимо, какая-то рекламная акция Intel, которая выпускает всякие компьютерные процессы и так далее. У нее очень прикольный этот звук
в заставках Intel, как бы рекламных заставках. Тын, тын-дын-дын-тын. Что-то как-то так. А, кстати, что-то держит оно. Может, если убить того свина, оно как-то взорвется? Ой, ну не взорвется, а разрушится. Ну не, ничего не стало, просто свин. Ну, птичек не хватает немного, я так чувствую. Может, сейчас что-то интересное произойдет. Ну-ка. О, вот, видимо, на это было рассчитано. Недолет. И тут не долетит оно тоже. Эх, вот тут не повезло. Эх, веревка не сломалась. Не, надо, чтобы именно этот... Просто веревка оторвалась. О, вот так. Хорош. Замечательно. Так, опять, ну, это, вот эти, это типа печеньки такие, эти свинки и птицы. Прикольные, на самом деле, штуки. Ну, вернее, круто выглядит, прикольно выглядит. Только непонятно, что они означают. Совершенно. И вроде выглядит как печеньки, так, ну так печеньки могут выглядеть, но при этом звук уничтожения у них как у стекла. Так что я даже не знаю, что это такое. Отлично. Вот, оно как стекло разбивается. Так, а это Стелла, птичка, птица Стелла, которая вот так вот делает, ну вы только что видели. Пока что нам не приходилось ни разу врубать пауэрапы. И это замечательно. Динамит бы взорвать, это, конечно, не помешало бы. Надо вот эти камни как-то обрушить, чтобы они упали на динамит. Да, только это не взорвало вот этот динамит. А, не, сейчас взор... Да не, нифига не взорвется.
11 это уровень. Так. Так, поднимаем все это вверх. Что-то, мне кажется, большевато для этого свина. Шапка эта. И почему вот эти выступы торчат из нее? У него же нет, но на нем же не надета корона. Или, может быть, шапка такая твердая, что это... Шапка твердая, и в ней специально выступы под корону проделаны. Возможно, так и есть, потому что шапка не мнется. Ну вот здесь вот эти вот... Нет, надо чуть-чуть выше. Надо, чтобы вот эти вот белые пробило. Отлично. Пока что все легко. Надо не забыть, что на 18 уровне яйцо. Хотя это яйцо под рогаткой находится прям, поэтому я думаю... Нам его будет невозможно не заметить. Нет, эти блоки слишком тяжелые. Так, еще одна попытка. Может, это все нафиг опрокинуть лучше сразу и все. Хоть путь свободен. Хотя, поскольку снег не взлетает, тут бесполезно было, в принципе. Блин, да что ж такое, а? Немножко нечетко, наверное, попал. Так, 14 уровень. Сдыхаюсь, давай, сдыхай, блин. Во. Все. Тут-то посложнее, тут очень много снега вот этого вот. Хотя нет, не очень-то сложно. Вот так вот сделаем и все. Зря сказал, я ошибся. Так. Да, вот я думал долгое время, что вот это является яйцом. И долго не мог туда долететь никак. Но оказывается, это никакого яйца нету там. Подстава очередная, видимо.
бывают такие. Вот до этого динамита очень тяжело добраться. Ну, мы добрались до него, но он не взорвался. Вот так. Так, о, блин, по микрофону долбанул. Случайно. Короче, свинтус усатый теперь носит шапку короля свиней. Зачем? Ну зачем, я не понимаю. Просто скажите мне, зачем. Да потому что мозгов нету у них. Сложнее было, конечно. Не, она, эти синие троицы вообще очень плохо справляется с деревом. Вот стекло эффективно для них, а это... А дерево-то вообще слишком большое препятствие. Что-то подтормаживает еще немного, я хочу сказать. Ладно, короче, ну так вот сделаю. Это на слишком надолго затянется. Опа, открылся один из эпизодов бонусных. А если какие-то не откроются, ну и там достаточное количество звезд не соберем, купим. Их можно купить за монетки. Жаль, что то же самое нельзя сделать с эпизодом, который на 3 звезды все пройти. Прикольно прошли уровень, по-моему, с первого удара все. А, нет, подождите. Если из птиц не было, то никакого, не первого удара. Ни одна же тут птица была. Взрывной волной его не может сломать яйцо это. Ну-ка попробуем. Прицел мне. Получилось, отлично. Но сначала пройдем этот уровень, а потом уже будем... проходить это яйцо. Неплохо. Так, переходим к яйцу. Так, вот куда надо? В динамит попасть надо, да? А, подождите, надо...
Надо попасть в динамит. И вместе с А, подождите, а как я это сделал? Может, не в динамит, а в свинтуса надо стрелять, чтобы вот так динамит, потом бабамс. И цепная реакция пошла. Застряли камушки. И что делать? О! Как быстро поехали. Ну, прикольно тоже было, прикольно. Люблю уровни с цепной реакцией, вот такие вот. Поехали. 19 уровень. Тут предлагают динамит попасть. А, нет, тут камни-то сюда как раз выходят. Надо, значит, наоборот. Не так-то просто, да. Да, не так-то просто, блин. О, господи, ну почему так сложно, а? Блин! Не сработало. А, блин, зачем я беру-то? Я же еще птица была. Ну, что-то не сильно-то это помогло, мне кажется. Нет. Даже что-то пауэрап нам ничем почти не помог. Этот... Так, город изо льда или из стекла, но, видимо, изо льда тут предполагается, что это изо льда сделано.
Немножко в другом месте надо было пускать. Ну вот, другое дело. Чё-то звук раздвоился, вам так не пока... Вам тоже это... Вы тоже это услышали, да? Так, тут снег надо разрушать. Отлично, все разрушилось. Хорош! Замечательно. Так, второй уровень открылся, бонусный. Этот снег мешает вот, очень сильно. А, слушайте, а знаете, что надо сделать? Я вот только сейчас заметил, наверное, надо динамит заплюнуть. Но не очень получилось. Ну и, короче, сейчас разделаем. Что-то как-то кривовато, каска на нем сейчас сидела. Так, а вот и финальный уровень. Финальный же, да? Да. Кстати, вот на предыдущем эпизоде этот... В финальном уровне глюк был же. Что он там до конца не прокручивался, мы не видели весь уровень. Так вот, это не в эмуляторе проблема. Это проблема в игре в самой. Я в смартфоне игру запустил, там то же самое было. Короче, это глюк, который не удосуживается исправить. Thank you.
Такой себе удар сейчас был. Не хватает птичек. Вот надо четко в деревяшку и в снег. Блин, не получилось. Сложно, сложно было. Так, ну а теперь бонусные уровни. Первый. Ну, он как обычный уровень, но есть... батуты, на которых вот так надо было делать. Во-во-во-во, сейчас эту тоже затянет и бум, все нафиг. Классно, игра вылетела. Но ничего, перезапускаем. Надеюсь, прогресс сохранился. А если и нет, то фиг с ним, перепроходить не буду. А, сохранился. На 3 звезды, причем прикольно. Опять вылетит, да? Да что ж такое? Чё с этими бонусными уровнями не так? Почему из-за них вылетает игра? Ну ничего. Хоть прогресс сохраняется. Ладно, придется еще два вылета нам пережить. Так, а тут ракеты из эпизода Year of Dragon имеются. Конечно же, игра снова вылетит. Какого фига, я не знаю. Давай, давай, грузись быстрее, игра. А, я думал, тут надо этим стрелять. А, ну фиг. Ну фиг с ним, не важно. Так, не очень получилось. Ну офигенно. С этой игрой я не понимаю, что происходит. Эти глюки исправлять, мне кажется, надо. Но этого давно уже не делают. Ладно, короче, прошли мы вот такой вот еще один предновогодний эпизод.
По новогодней. Сколько у нас еще осталось? Следующий Arctic Expedition. Потом он Finais, Sky or Squill и Ragnarok. Не знаю, успеем ли мы пройти в январе все эти три. Три же, да? Нет, четыре. Четыре эпизода, но в общем посмотрим. Давайте на сегодня закончим. С вас и господь, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, блоговый канал, Свадьи Руба ВКонтакте. С наступающим Новым Годом и всем пока. We'll be right back.